Вес Павлова Иванова 3204. Вес Топтова Горлина 758 грамм. 4 рыбы сегодня. Я думаю, где-то в серединке. Вес Топового Мадюкина 3936. Все хорошо. Все замечательно. Потом расписываться просто пойдешь. 10 874. Сходы замучили. Под лодкой хорошая ушла. Прям под сак уже подводили. За треху была. Ну и остальных там и двушки, ну, соскакивали. Они не добрались по количеству. Ну, видно, что и джиговую привезли. Если бы еще бы 4 рыбы бы засекли бы и довели бы до подсака, было бы все вполне хорошо. Ну, а так, на тоненького пока. Вот полностью с понтоном. 7960. Экипаж номер 6. Панчокин Шанин. 7960. Галецкий Евридин 3416. Куда? 9328. Экипаж номер 48. Иноземцев Круглов 9328. Мы просто сегодня ловили рыбу. Пороли сегодня. Нет, просто именно ловили в свое удовольствие. Хороший. Смотри, ну, щука живая. Сейчас все живая, пустит. 13 514. Экипаж номер 43. Жуковский Карпов 13 514. Ну, как мы сегодня отыграли? Итоги следующие. Ну, спортивные итоги, они, в общем-то, понятны. То есть мы в команде первые. Мы очень довольны. Мы с тобой еще и в личке. В личке, да, мы с Максом первые. Ребята пятые, это очень высоко. Ну, пока. Это пока, да, это очень высоко. Но есть некие опасения по поводу завтрашнего дня. То есть у нас, конечно, есть своя игра, но рыба, которую мы ловим, она все-таки... ее сложно назвать стабильной, эту рыбалку. Вот. Несмотря на то, что мы сегодня кайфовали и ловили, ну, в удовольствие, постараемся завтра сделать то же самое. Но завтра нам будет очень сложно, завтра на самом деле. Сложно. Потому прессинг, что... во-первых, да, прессинг. Очень, очень большой. Нам уже пообещали, что нас завтра будут прессовать. Ну, это спорт, это даже интереснее. То есть попробуем в борьбе именно уже доказать. Тактическая игра будет, на самом деле. Да, приманки подобраны, постановки понятные, да, будет тактика. То есть будут шахматы на воде завтра. Попробуем поставить шах и мат. Так что, друзья, ну, опять же, болейте за нас. Да, болейте за нас, мы команда. Брянск-2. Давайте.